Православная церковь молится о мире и помогает всем, кто нуждается в помощи, особенно в это непростое время. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, в храмах епархии был проведен сбор гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей и беженцев Украины, Донецкой и Луганской республик. В основном это женщины, дети и пожилые люди. В храме Рождества Христова за короткие сроки усилиями прихожан и всех неравнодушных людей были собраны продукты питания и другие средства первой необходимости. Собрали детские вещи, детское питание, памперсы, подгузники, сладости, печенье, конфеты. Собрали также консервы, макароны, крупы, сахар, воду, печенье, бублики, очень много другого. Собранная гуманитарная помощь сегодня была передана в епархиальное управление. Благодарим всех за посильное участие в этом благом деле.